Меня зовут Анастасия Колесник, я мастер-инструктор из города Минска. Сегодня у нас будет мастер-класс по коррекции ногтей. И ради чего мы сюда пришли, да, не только ради меня, еще протестировать вытяжку Фобланк. Смотрите, у нас есть пыль на перчатках, на пальце, но на столе пыли у нас практически нет. Вся мелкая пыль всосалась. А также с перчаток и с пальчика очень легко убрать пыль, нам нужно просто прислониться кверху, да, к решеточке. Так, достаточно. Смотрите, я когда начинала тестить эту вытяжку, я сначала ее не поняла. Но когда я поработала несколько дней без маски, я поняла, что почему-то я не дышу пылью, я поняла, в чем ее секрет. То есть, как я рассказала в начале, крупная пыль, она оседает на перчатки, на пальцы, на стол. Но мелкая пыль, она не распыляется вам в лицо. То есть вы можете спокойно работать без маски и не дышать пылью. У тебя такие же ощущения были? Да. Пыльку. Так, теперь сделаем маникюрчик. Если есть у вас какие-то вопросы, можете задавать смело. В рабочем месте тоже такая вытяжка стоит? Сейчас я с ней работаю, да. Ну, как бы тестирую, смотрю. Мне нравится, знаете, что мне нравится? Мне нравится, что я работаю теперь без маски. Потому что с маской у меня очень кожа лица становится сухая, и ну, невозможно вообще жить с такой кожей. Как аллергия на маски, на сами вот эти медицинские. С этой вытяжкой я работаю без маски, мне нравится.